Здравствуйте, коллеги. Орловская область будет представлять свои продукты прямо сейчас на ваших экранах. Здравствуйте, представляйтесь, расскажите, пожалуйста, о вашем продукте. Здравствуйте. Мы представляем компанию ООО «Сава Фудс». Эта компания новая, она год на рынке, но уже зарекомендовала себя очень таким качественным поставщиком и производителем прямым продуктов здорового питания. Ну и также консервации, в частности, это соусы, консервы, помидорки, огурчики, всем нами любимые, привычные, и толокно, толокняные коктейли, толокняные каши из овса. Сейчас же в наше время здоровое питание занимает такую ведущую роль, это же такая прям главная причина человека будущего, да, чтобы вот стремиться, чтобы быть здоровым, высокоразвитым, сильным. Толокняная каша. Очень интересно. Скажите, она вкусная? Очень вкусная. Самое главное, полезная. Она витаминизированная, повышенное содержание витаминов и энергетические ценности. Здорово. Еще я вижу вашу баночку, и на ней написано, что это соус грушевый с горчицей. Интересное сочетание, хочется подробнее. Очень интересное сочетание, получается такой сладко-пряный вкус. Очень хорошо идет к сырам, различным сырам. Такой прототип российского производителя, отечественного такого натурального продукта, а-ля итальянский конфитюр. Здорово, спасибо вам большое. И давайте, наверное, скажем, где вас найти на нашей выставке, чтобы все пришли попробовать. Павильон номер 15, стенд, Орловская область, Толокнов. Замечательно, спасибо большое за интервью. Всего доброго, до встречи.